после того, как СПРН получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет. Остановить их невозможно. Но это все-таки ответный. Что это значит? Это значит, что падение головных частей ракет противника на территорию Российской Федерации неизбежно. Они все равно упадут. Правда, от противника ничего не останется.